Так, Степа, держи дверь всеми своими силами, никого не пускай! Вы чё здесь бегаете, как ненормальные? Тащите предметы, мелкие, дела, ломай шкаф! О, ломай шкаф и баррикадируй двери, чтобы эти ненормальные сейчас сюда не пробрались! Степа, отходи! Отходи, Степа! Молодец, молодец, еще тащите все, закрывайте всем, чем только можно! Вот этим освежителем пердежа, я не знаю, всем закрывайте! Нам что делать? Что нам делать? Эти ненормальные окружили просто весь наш дом окружили! Так, есть план какой-то, как нам выбраться с этого дома? Вокруг нас бегают зараженные бомжара Елена Ветрянкина, Ваня и там Маргарита Степановна и все остальные. План есть какой-то? Ну конечно, откуда у вас план, да? Мелкий, ты не хочешь взглянуть, кто там за дверью? А там, может, там доставка пиццы? Давай посмотрим. Мне просто даже интересно, кто там пришел. А мы пиццу не заказывали! Уходи ты, бабай! Не-н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 е. Нужен какой-то другой план, нужен какой... Чё-то мне это напоминает. Мне тоже что-то напоминает. А тебе что, Степа? Я подобное видел в фильме про зомби-апокалипсис. Интересно, чем этот фильм закончился, а? Все сдохли. Оптимистично, очень оптимистично. Так, закрывайте эти двери, чтобы сюда никто не пробрал... У вас чё, ядрить, колотить суперспособности с красножопой ветрянкой появились? Ой, баррикадируйте, кровать тащите, все, что только можно! Баррикадируйте! Собака, ты тут ванчо, с ума сошел, ненормальный! Так, баррикадируйте двери, все остальное баррикадируйте! Давай, застраивайте! Нам надо как-то добраться до бабки Ёшки. У нас есть вот это волосы Стёпы, которые мы постригли в предыдущей серии. Из волос Стёпы можно сделать вакцину и вылечить всех от красножопой ветрянки. Как можно добраться до бабки Ёшки? Вообще никак, моя машина где-то в заднице потерялась, я не знаю вообще, где ее оставил. Пешком вряд ли мы сможем туда добежать, они 100% нас все догонят. Ай, прекрасно! Валим отсюда на второй этаж! Быстро! И баррикадируемся вот здесь! Так, бильярдный стол! Тащи, мелкий, тащи шкаф! Выходите отсюда быстро! Как здесь все? Опа! Вот так, закрывайте, чтобы не перепрыгнули вот это. А вот мы сейчас вот здесь застряли. Так, Геннадий Петрович, ты будешь полезным хотя бы в этой жизни? Вот предложи что-то, хотя бы минимальный какой-то план. Надо прыгать из окна. Кстати, это хорошая идея. Только не из окна, а с крыши. У нас же здесь есть люк на крышу, мелкий. Забирайся давай быстро, ты первый. Ага, давай прыгай, Степа, ты сразу же за ним, Степа! Гена, давай быстро! Ой, они уже пробираются, так камеру заберу на всякий случай, может фильмец сниму про этот зомби-апокалипсис? Застраивайте, закрывайте чем-то этот проход, чтобы они сюда не зашли! Ну вот сейчас мы точно в дерьме. Мы уже на крыше. Дальше вообще просто некуда. С крыши точно не вариант спрыгивать. Сюда мы вряд ли сможем допрыгнуть. Здесь слишком большое расстояние, пацаны. Я вот сейчас я уже точно не знаю, как там отсюда выбраться. Если мы спрыгнем, хотя я знаю то, что мелкий любит с крыш прыгать, да, мелкий? Но это уже слишком высоко даже для мелкого. Ах ты, собака, даже здесь нас, да, поджидаешь? Не, пацаны, все. Да, это можно уже попрощаться друг с другом, потому что отсюда мы вряд ли уже как-то сможем выбраться. Ладно, давайте тогда. Последние наши посиделочки в компании. Степа, давай садись на пол. Это был прекрасный сезон жизни ютубера. Я рад с каждым из вас познакомиться. Вот каждый. Мелкий, ты мне вообще как реально как сын стал. Степа, ты мне как батя стал. Сколько тебе там лет? 67, 80, неважно. Геннадий Петрович, ну, мы тебя хоть недавно воскресили, но ты с самого начала жизни ютубера. Если мы в этой серии не выберемся живыми, ну, я всех вас буду помнить.
Я надеюсь, то, что это кто-то увидит на этой камере. Мы это все записывали. Возможно, когда-нибудь этот зомби-ветряночно-красно-жопный апокалипсис все же закончится. Они даже уже на крышу забираются! Ой, сгинь отсюда, нечистая сила! Ой, пацаны, у нас сами вот столечки свободного времени осталось, а плана у меня вообще никакого нет. С крыши прыгать точно не вариант, потому что высоко. Не, конечно, попробовать можно, но там сразу перелом, наверное, в двух местах, а там они сразу вниз спустятся, вот эти зараженные, и сидят нас просто заживо. У меня варианта на самом деле никакого нет. Ну, слушайте, если прыгать, то, наверное, тогда все вместе... Никто? Ну, ладно, тогда не стоит. Это еще кто? Это... Вертолет! Кричите, чтобы он нас заметил! Это спасение, походу! Это вот этот военный! За нами вертолет прислали! Мы тут на крыше! Сюда! Пацаны, кричите! Разжигайте костер! Бросайте в него костер, чтобы он нас увидел! Это военные?! А, это не военный, это голый Рикардо. Рикардо, откуда у тебя вертолет? Какая разница, откуда у него вертолет? Да, спускайся. Пацан, Трес, засандаливайтесь. Быстро, все, давайте. Степа, Геннадий Петрович. Ой, ты, господи, помилуй, они уже тут как тут. Рикардо, сваливай отсюда. Это fuck you, bitch! Соси кирпич! Господи, я 10 раз вспотел, пока от них убежал! Рикардо! Пацаны, мы сейчас приземляйся! Вот здесь приземляйся! Давай! Только медленно! Вот так, ага, останавливайся! Вылезайте! Я не знаю, как ты это сделал, как ты этой шайтан-машиной только что нас забрал! Рикардо, мы можем тебя все расцеловать просто по очереди? Мне, пацаны, зацелуйте его, я ж заикаться-то начал. Ты вообще где вертолет-то нашел, я не могу понять. Я в жизни-то не видел вот этого вертолета в городе. Ты где его нашел, Рикардо? И почему ты до сих пор штаны-то не надел? Да, я в мэрию забежал, там был вертолет, вот я его и одолжил. Это просто замечательно, это шикарно. Прямо сейчас, Рикардо, ты нас сейчас отвезешь к бабке Ёшке. У нас есть волосы Стёпы, отвозим туда, она делает вакцину, мы возвращаемся также обратно на вертолете и прям с воздуха сбрасываем на них вот эту вакцину, и я надеюсь, то, что они все же вылечатся. Вот. Нет, я не полечу, я вообще летать не умею. А как ты нас с крыши сейчас тогда эвакуировал? Ты же сейчас за штурвалом был. Ты чё врёшь? Так это все адреналин! Я вообще первый раз в вертолете сижу! Господи помилуй, спасибо, что мы хотя бы выжили и не разбились. То есть ты первый раз в жизни сел в вертолёт? Ну, хотя бы спас, хотя бы не разбились. Так, ладно, тогда ты больше не летишь. Если все это только адреналин был, и благодаря ему мы выжили. Ну, значит, тогда пешком. Только проблема в том, что на пути могут быть зараженные. Ну, я сомневаюсь, что кто-то из нас умеет на вертолете, да, летать? Вот я лично максимум в GTA 5 летал. Вот и все. А давай я! Ты, Степа! Да ты к вертолету никогда, даже в жизни его не видел. Да чё там сложного, это просто. Ну, давай ты тогда сначала попробуй, мы посмотрим, как ты летаешь. Потом, если хорошо, тогда мы к тебе присоединимся. Отойдите от греха подальше, вот сюда. Стёпа! Мне кажется, тебе лучше выехать. Ты как пьяный тракторист управляешь им. Стёп, пока это все слишком далеко не зашло, вылези, пожалуйста, пока ты себе кое-что не разбил. Ядрёный случай, он нам сейчас этими вентилями на куски порубит.
Стёпа, пока ты никого не зарубасосил, вылези! Ой, всё, до свидания. Стёпа в космос полетел. А, ну всё. Кто еще себя хочет вот этим суперменом почувствовать? Ты мелкий, ну иди давай садись за штурвал тогда. Вот это, хотел сказать, земля тебе пуховик, Степа, ну хоть... Мелкий, я пошутил, обратно вернись! Ну, до свидания, вертолет, полетали. Ладно, доставайте все оружие, которое у вас есть. У меня пожарный топор есть. У мелкого рогатку лучше достань. Вот это, огнестрельное оружие. Так, у Степы есть бита, у вас есть что-то? У Геннадия Петровича мобильный телефон Nokia. Ну, кстати, нормально. Лучше, чем кирпич, бошку можно пробить. У тебя есть что-то? У тебя бутылка... Да, не буду спрашивать, чего. Ну, тогда мы идем все вместе в куче. Смотрите по сторонам. Потому что эти зараженные могут в любую секунду на нас просто наброситься с леса даже. Я надеюсь, то, что мы сможем дойти. Нам долгий путь предстоит прям к дому бабы вот этой Яги. Пошли, давайте. По сторонам, смотрите назад, мелкий, ты нас прикрываешь, у тебя рогатка, ты здесь самый мощный. Смотрите, смотрите, никого не подпускайте, самое главное, если что, Геннадий Петрович, ты первый идешь, как бы этим телефоном убийственным кому-то по башке сразу стукнешь. И, господи, так, я надеюсь, здесь никто не сгорел, Ванчоса же дома нет, возможно, здесь его батя был. Ёханый ты бабай. Аленка! Стоп, 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 она заражена, но она может быть еще в сознании, или уже нет. На месте стой! Стой на месте! Никаких резких движений! Ядреный случай! Ты как бы до вируса не совсем красавицей была, а сейчас вообще пострашнел это в 10 раз. Мелкий! Она как бы вот эта, твоя бывшая, попробуй с ней заговорить. А хотя как заговорить, ты же не мой, и она тоже не моя. Подойди, подойди к ней. Аленка? Нет, она тоже превратилась, по башке стукните. Пошли. Ёханый бабай, вы же понимаете, то, что в этом городе все заразились, кроме нас, вот пятерых, и бабы Яги. Пацаны, нам нужно держаться прям вместе. Если кто-то из нас заразится, это как бы... Да, вот это, до свидания просто. Сейчас все направо. А кто первый раз здесь будет? Вроде ты, Рикардо, и все, да? Рикардо, ты не пугайся. Первое впечатление, оно как бы обманчивое. Если ты там сейчас увидишь кладбище, вот этот домик на куриных ножках, ты не падай в обморок, как все остальные. Это нормально у нас в городе ютуберов. А уж тем более у бабки Ёшки. У нее слишком специфический дом. Надеюсь, что бабка Ёшка дома. Так, Рикардо, ты здесь впервые, знакомься. Это местное кладбище. Я, правда, не знаю, кто здесь вот это ближе, но лучше и не знать, кто здесь покоится. Так, вот здесь самое интересное. Подойди вот сюда, Рикардо. Это Антон. Он бывший муж Елены Ветрянкина. Его бабка Ёшка в свинью превратила, потому что, ну, короче, он просто ей не понравился. Антон, выйди, поздоровайся с Рикардо. Это говорящая свинья, если что. Добрый хрюндель! Вот как бы... Да господи, ты помилуй, да чё ж все в обморок-то падают, как будто никогда говорящих свиней-то не видели. Антошек, дела-то твои как? Рассказывай. Бывало и лучше. Ну да, у всех нас дела бывали лучше до вот этого карантина и всего остального. Это... Ты, Рикардо, вставай! Нам надо к бабке Ёшке топать. Все, сейчас... Медленно, но уверенно, все за мной. Слушай, Рикардо, а ты же вроде бабку Ёшку-то впервые, да, будешь видеть или нет? Впервые? Ну ты, главное, с ней вообще не разговаривай, а то ты, как видишь, она женщина строгая. Она вот это в любую секунду всех может превратить. Стёпа у нас несколько серий назад уже вот этим ослом побывал. А вдруг она тоже заразилась? Кто? Бабка Ёшка? Да эту коргу старую никакая вот эта инфекция, никакая болячка не возьмет. Она же ведьма еще та проклятая. Ну, главное ей вот это не сказать, что она ведьма, а то реально обидится. Мы уже близко, пацан Тре. Вот на самом деле жалко вот этого Антошика. Мы-то в предыдущей серии выяснили то, что он реальный муж Елены Ветрянкина. И именно из-за этого Елена Ветрянкина поругалась со своей мамой. Кстати,
Если кто-то вдруг из вас не видел предыдущую серию, там было много секретов города ютубера. Я вот специально для тебя здесь подсказочку оставлю. Запердохай, пожалуйста, вот сюда палец, тыкни и посмотри обязательно, потом возвращайся вот сюда. Так, сейчас все тихо, мелкий, ты на камеру все записывай, мы потом на ютуб это выложим. Ядрить, колотить, вот это ролик-то вирусный какой будет, зомби-апокалипсис настоящий. Так, все тихо, все тихо. Бабуль, сколько лет, сколько зим, со вчерашнего вечера не виделись. Там, короче, всему городу жопа просто наступила. Мы вот это, отойдите, вот это, Стёп, подойди вот сюда, сними колпак, сними колпак. Я тут Стёпу постриг, как ты просила, вот, мы волосы сняли, мы притащили, чтобы ты вот это, вакцину сделала. Господи, милок, ты дебил! А чё? Ну, ты просила волос притащить. Я один волосок просила, а ты всю шевелюру состриг. Стёпа, это... Ну тебе лысина даже к лицу-то на самом деле. Ты как бы не расстраивайся, ты реально вот это... Вин Дизель просто в старости. Тебе очень идет. Ты главное не обижайся, хорошо? Всё, Стёпа, искренне перед тобой извиняюсь. Короче... У нас очень много его волос. Мне кажется, хватит буквально даже на несколько вакцин. Все, мы пришли сюда, чтобы вот зелье с тобой сделать, бабуль. Ну так а чё вы замерли-то на пороге? Заходите! Будем мир спасать! Опа, пацаны, ну давайте запиндюхивайтесь. Пока бабуля будет зелье варить, мы с вами чаёчек-то попьём. Давай, давай, заходи, Рикардо, чё тянешка-то за причиндалы? Антошик! Ты там вместо собаки сторожи, если зараженных увидишь, похрюкай! Ага! Расчехляй, бабуля, свою зельеварку, будем планету спасать. I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going.